Он вот-вот у нас появится. But it can put out a Он surprising amount of полностью от damage. нас. Сколько? Полосу? Полосу, полосу от нас. А почему мы его не Сейчас видим? появляться будет, сейчас появляться будет. 179, не 178, странно. 179. Я ускоряюсь, потому что он, может быть, проходит криво. Может быть, он не идет ни с Алиота. Ни с Алиота. 178. Я 177,9. Он, может быть, проходит мимо где-то. Я дал на него смещение, выхожу на максималку. Слабое смещение, что ли? Долго так будем приближаться. Oh, did I tell you I got my auto leveling script a little bit tighter? Oh, good. Yeah, I'm able to have it maintain a 0.01 difference. Судя по трассе, он сейчас летит от третьего лица. Мы приближаемся к нему. Вот, и при виде от третьего лица у него нет радара. Я поворачиваюсь на него, мы на почти максималке. Мы потихонечку. Какое у вас расстояние до Талимая? 156. Стрим практически без задержки. Так, 1.21, 1.20. Лочу и сразу стреляю. Лочу, сразу, да. Все, мы идем, я выдержу. 1.19. Мы будем потихонечку продолжать. У них пока на стриме никакого изменения, да? То есть они ничего не знают. Они узнают, когда ты залочишь. А Ганнер у них в кресле? Залочил. Там медиум ракетница. Огонь. We're targeted, we're targeted, we're targeted. We're targeted? Все, они спалили. Они очухались. What do you mean, is that me? No. Wimkin, can you hear me? Вы что, стример опять? Yes, I can hear you. Да. I just got notified we're under attack. Yeah, I see that. Кстати, у них эти щиты. Да, это просто. О, май гад. Ты красота. I just saw something blow up behind us. Really? Did we just get hit? I don't know. I don't see any damn. Oh. Они не понимают, что происходит. I don't know where we're getting shot from. Они не понимают, откуда по ним стреляют. Угу. Не, они уже поняли, кто стреляет. Но они понимают, да, но они не понимают, кто стреляет, откуда стреляют, что происходит. Они понимают, что кто-то их атакует. Yep, так, тут XS-ки. Yeah, тут они далеко. We're under attack. Yeah. What are you talking about? We're under attack. I don't see, like, there's no target. Что такое большой? I can't really do anything. Маленькая картина. He's 11. They're all 11 SU away. Они говорят, что мы все 11 SU от него. Nova Racer MK2 and our ship. Почему мы 11 SU от него? У него все шипы, он в десинке бешеном. А на стриме глянь кто-нибудь у него? Так, есть 11 SU? Да, у него 11 SU, он в десинке. Yeah, I have no idea. Are we able to repair? Yeah, we can repair while we're flying, and there is stuff. Вы видите? Блин, не я десин. Десин, потому что у них две XS-ки на борту, я думаю, что из-за них. Это десинг у этого. Okay, so it looks like it's у стрелка. This ship here, hostility aggression. Yeah, yep. I just heard another explosion. But I can't target him. He's 14 SU away. Спидер атакует. Yeah, he's getting further. Wait, как его, как он выглядит? Мы его ломаем, что там? Да, да, все отлично.
Oh, you know what? It's because it's an extra small. We can't. We're not going to be able to target him until he's within 40 kilometers of us. That is bad. Oh yeah, we're all dead. 40 километров. Hovercraft. What happens if we die? We lose the ship. Yeah. And the ship says we're going 0 kilometers per hour too. Mine says we're going. To me, it says we're going 30,000. Yeah, mine and says we're still zero. Moving. Wimpkin, I almost feel like you should turn the stream off. Yeah. Он такой большой, что ли, что его так, блин, или что там, или нормально ломает? Yeah, so нормально ломает, ломает. Пробьем, типа, хватит одного? Я думаю, что да. Radar bug and desync, no damage. Там пустой внутри. Сейчас начнут что-то делать, скорее всего. Что-нибудь догадаются, когда умирать будут. I have no idea, so... Where's your friend? I'm here, I'm sorry. I keep forgetting that I have a push to talk. Yeah, I have no idea what's going on right now. Они не имеют понятия, что сейчас происходит. Yeah, mine shows we're moving. I show the threat at 18.2 SU away. 18 СУ. У них показывает, что мы 18 СУ. И даже те корабли, что он везет, у него 8. Черт знает где. Может, комп слабый? Нет, у него именно у стрелка есть жуткий десинг. О, на стриме видно прям, как он внутри корабля, и этот корабль вокруг него разваливается. Yeah, we just got hit on the front twice. Okay. People are saying we need a relog. Как называется? Yeah. Надо банана? Your active container's been destroyed. Они хотят релогнуться. Релог хотят сделать? It says you guys might need a... You guys wanna try relog? Приготовьтесь, если что, повторить. Так, релог. Like, just log out and log in. I don't know if that's real. I'm still showing that we're moving. Если он релогнется, то это одно. Если они все, то я вам скажу, что он остановился. И нам надо будет повторить. Mm-hmm. Yeah, log out, я вышел. Да. Вы с Олегом на корабле. I'm working on it. I'm gonna turn off this push to talk. Ну, а я не думаю, что они все вместе догадаются, чтобы так остановить, если же. Well, actually, everything's locked up right now, so... Скорость его, кстати. Максималка. Mm-hmm. What the... Мы почему-то... А, мы не обгоняем его особо. Yeah, probably right. I don't know what's going on right now. It's just sitting at loading 0%, Josh. Так, у него внутри дома. Yeah, mine's locked up trying to exit. Okay, can you all hear me now? I didn't reload you. Yeah. The push to talk. Okay, cool. So. Может, он в релоге на случай того, что когда пилота убьют, сразу зайти. You all need to relog together. Или когда ядро разломают, сразу зайти. I don't know. I'm sitting here at 0%. Oh yeah, the entire ship's gone, bro. Oh, is it? Yeah. Like everything is gone. Они говорят, по-моему, он ушел. По-моему, он ушел. По-моему, он ушел. Могал? No idea where the White Knight is. Я не вижу. Есть скорость. Был гули, лаг. Он простоял, он дальше от нас стал. Сейчас ему прилетит. Он на улице стоит. Но на стриме он бегает по кораблю, а скорость ноль. Oh my goodness. I can't even get back up to the bridge. That whole part of the ship is gone. I guess мостика нету. Yeah, you're gonna have to. Mm-hmm. Все, у меня крэш. I hate to say it, but I think streaming was a bad idea. Не заходи пока. There we go, got to the bridge. Но он же на стриме бегает по кораблю, почему его корабль стоит? Он бегает по кораблю, но его корабль до меня стоит в данный момент. И он стоит, они остановились. Может, лах просто? Если... Well, задержка стрима. Там совсем небольшая была задержка. Не заходи, я форс-респавнюсь. Окей.
Я за форс респавнился, сажусь в шип. Все, мы у него улетели с радара. Они стоят на месте. Принял, иду на... иду на них. Логинишь. Я зашел просто посмотрел какого-то чела. Они сейчас будут чиниться, то все. Я подлетаю, я лечу к ним. Тебя точка осталась, да? А, все. Они не могут чинить, им, по-моему, сломали, у них теперь скрапов нету. Да, он есть, он стоит. Я иду на него. Блин. Yeah, that's not good. How are you supposed to play if you can't defend yourself? Yeah. Well, I know right now one of the things it was saying that it was going to change too is because right now look. By default, just easier to hit because of the size of our core. Because that's how the game works right now. If you have a large core, then you're easier to hit than someone with an extra small core, even if that ship is just a block. Блин, сейчас я в другую сторону разгонюсь, потому что я слишком быстро лечу к нему и не успею затормозить нормально. Мы будем миссы. Слишком близко будем. Так, скорость 3600. 3600. Огонь. Задержки прям совсем нету. То есть как мы стреляем, так там и появляется, да? Ага. А расстояние есть до нас? 1.63. 84 от него. У него жуткие десенки. Don't just put scrap in containers. Yeah, lesson learned with that one. Они приближаются к нам, кстати. Мы, может быть, можем залокать XS-ку и грохнуть. Да, похоже на то. А, медленно приближается. Не, удаляется. А, уже удаляются? Да. Ну, хреначе. Какая у них скорость-то? 9500. 9600. 700. 800. 970. 10 тысяч. Растет. No, we can't scan them. They're 0.72 away. So I can't. Because mine still says 1.63. Сейчас пусть он отойдет чуть подальше. Шанс. Ну, он у меня прыгает. Он у меня прыгает, что он близко. Try exiting and coming back again. See what happens. Один вышел из игры. Yes, it is a medium ship. Так, стоп-файр. Да, да. Куда они разогнались? I wanna know what kind of weapons that guy had that did that much damage, though. Because I know as of right now you can throw a large weapon on дальше не тримай. Угу. So he may have been firing at us with extra larges, and that's why. Was firing at us, что они не понимают, что мы здесь просто стреляем, что ли? No. We're stopped again? I don't show us moving. Yeah, I see zero. Надо его обогнать теперь. Right, сейчас мы его обгоним. Yeah, and our distance isn't getting пока он удаляется. Let's see what the screen say. Он начал приближаться. Really broken. Он у меня ряд. Он у меня появился сзади меня. Я не знаю, что было. Он у меня появился сзади меня. Включили вид от третьего лица, где он у тебя? Я видел, кстати. Yeah, now we're moving. Сзади. It still doesn't show it on my, так, лочись. Лок. Его скорость, да. Потом.
Он 1.6 SU от нас. Он удаляется от нас. 1.76. Они остановились, что ли? I just don't get, like, especially if you're a solo player, there's no reason for me to leave. There's no incentive. Because if it's this easy for desync to ruin us, like, there's... It's literally... Здравствуйте. А, чуть-чуть движу. Они медленно двигаются, да? Они опять остановились? December update balance. Oh, the updates. Их на экране 0 километров в час. Угу, то на него опять. Он как-то мне прыгал, блин. То он то втопил, то опять запрыгал, отлетел, поймешь, блин. Сильно не разгоняй. Still got nothing. Still says out of range. 60 километров out, and he's still out of range. Ну, сейчас у нас видит... Приближаемся, готов. 1.30, а я 1.50 вижу. Теперь я у него ближе, чем у себя. Хотя нет, 55 я у него. Да у него вообще, и при этом он не может лучить. А у него больше? Да, он ему 40 по его. Лок. Not the knight, the knight is ours. Lock. Okay, gotcha. I don't even know where the knight went, because if I knew where the knight went, I would jump in it and go out and fight him in that. But ну, it's not XS, in the hangar bay anymore. Я от него один из Ю, а мне пишут, что он от меня... А он видит нас в 20 километрах. Да это его проблема, не обращайте внимания. Так просто... он может залочить на 20. Угу. Если бы у него были нормальные радары. Да, огонь. Yes, you want the Mark 6. Скорость 10-300. 10-400. 500. 600. 600. Огонь. He's 20 kilometers. How is that out of range? I don't know. This is BS, dude. Like, I literally... Like, there's no way for us to do anything. Yeah. They... I looked at it. The range for the... For an extra small target is 40 kilometers. He's well within 40 kilometers. Да, они быстрые, блин. Like this desync issue. Я начинаю разгоняться. Stop fire. And так, он лочит. There we go. I'm targeting him now. Он сейчас, да, он сейчас от меня 20 километров, но сейчас улетит. Yeah. Он сейчас улетит из рейнджа. Так, вы удаляетесь у него. Yes, make two script. Я понимаю, что стоп-файр, но тут пушки такие, что они не всегда стопятся. А, не стопились? Я думаю, блядь, не слышно, стрим этот. Сейчас я буду разгонять, я разгоняюсь на него, да, можешь, посмотри, я не знаю как, я на него разгоняюсь, в принципе. Да, прицел хорошо. Огонь. Мы у него в 1.2 SU от него. Он у меня 0.56. Он походу очень низкий. 1.36. Его скорость? 18.500. 18.600. 700. 800. Я 19 иду. Ну, говори скорость, чтоб я... 200. 360. 400. 500. 670, 700, 800, 960, 20 тысяч, 118, 192, 260, 330, 400, 500, 600, 20, 700, 21, и растет, 21, 300. Угу. 21 800 22. Да, блин, он скоро сдохнет. 400 480 530. Он походу очинился с момента последнего, вот когда он стоял. Значит, у него 3 XL движка, один да, 3 XL-ки. Раз, два, три, четыре, 4 L-ки вроде бы. Так это ракетные. Да, ракетные. Ну уже надо. 23-400 скорость. 460. Wait, did you get out of the ship? Yes.
Я думаю, может вторую баржу подключить? Да. White Knight. I don't know why it's way back here, but it is way back here. It is almost two SU away. I don't know what happened that made it just disappear and fling. Gunner на у Вейланда. And unfortunately, that's too far away to do the. Oh wait, they took out the ability to do the fetch anyways, so I wouldn't even be able to use that. Well, should we just consider it a loss? I can't think of anything else to do because as soon as he got in range of targeting, he turned around. So, yeah, my guess is he's gonna keep firing until 25-160 скорость и не меняется. Turn fire, which I'm not even sure we do because the cargo boxes were destroyed. No, that's it. There was ammo in the weapon, so as long as the weapon is there, but it's only what 5 rounds, 10 rounds maybe of a medium railgun. What do we do? Yes. I have no clue. Reloading. Go out into space? Can we die? No, keep trying. Can make scrap. Game, I will help you. You will leave. I don't even see our ship. He will be punished. I got out of the ship and I don't even see it now. Chat will bring you scrap. The ship is done. There's literally nothing left. Вейланд, я думаю, что лучше ты за Ганнера. So can I kill myself out here in space? No. The only way you can die in this game is if the seat you are in is destroyed. So what are we supposed to do? Just sit in space for the rest of eternity? Well, no. Патроны закончились. I mean, you can hope that he'll destroy the seat you're sitting контейнеры in, but... закончились. Осталось единицы патронов. Other than that, I don't know. Oh, you can force respawn. Seat or core is destroyed. Okay, I didn't know about the core part. Hit escape and force respawn. Yeah, you can just hit force respawn. That's what I just did. Well, I'm glad everyone got a show. Yep. But that's probably where I'm going to end the stream. 30. Okay, Josh, how do I find you? Definitely lesson learned. Do not stream when entering the PvP zone. I wonder if that's what gave our position away, or if somebody just happened to randomly find us. Yeah, I'm about to hit the end button right now. Next stream when? Tomorrow. Alrighty. Goodbye. Reloading, 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 reloading. Identifying target. Надо привыкать к этим кораблям. Угу. Это корабли. И к их системе нет торможения. Их это шустрые кораблики. В какой системе? Они не умеют тормозить. Они не тормозят почти. Ну, они тормозят, но просто относительно того, как они разгоняются, они не тормозят.
Они очень сильно разгоняются, очень слабо, и относительно слабо, очень тормозят. Наман. Жопку повернул, все. Ну вот, вот так надо ими тормозить. Так, ну я все это, как его, флипнуть побегу. Ты проверь, что там, как его варпнуть, можно тут говно. А я их не вижу. Как ты? А, доктор я Ватсон? Встал. Я встал, и тоже я их всё, потерял. Вижу. Они передо мной были. Этот Новрак Спидер, и все. Я... А где? А, во, вижу. А нет, это Орк Барчумка 4. Новрак Спидер. Только что подлетел к ним на 260 километров. У меня игра крашнулась. Так, пойду-ка я за радар. Они были ровно у меня 250 метров передо мной. У меня метки на них 20 метров, но я их не вижу. Нет, вот они здесь есть. Ну, вот я здесь. Релогин. Да, я тоже. Ты смотри, чтоб не заглючило что-то, типа один шип внутри другого, что пульнет куда-нибудь. Все, они есть. И там кто-то есть, космонавт Юрий. А, это тьфу, блин, это наши. Юрий, блядь, не пугай. Я их не вижу. Я тоже не вижу. А они где? Прямо... А где космонавт Юрий? Я не вижу космонавта. Прямо на... Как это так? Так, сейчас, они прямо там, да? Они, по идее, стой, они на том же расстоянии, где Ори Барж. Может, она заглючила, они невидимые. Вот, космонавт Юрий я вижу. USNC FV1, Новак Крейзер, Орк Барж МК-4. Все в одном месте. Ну вот, баржу я вижу, вот она. Вот космонавт Юрий. А куда это делось? И радаром вы их видите? Я вас вижу. Я вижу ваш корабль глазами. Но больше я... Ты логните все вместе одновременно. Сейчас, подожди секунду. Да это не прогресс, блин. По-моему, нужно еще... Давайте все логов, да, в логов, все полностью. Давайте, я логовываюсь. Может, он умер? И воскрес там, где вот реально стоят их корабли, 18 су от этого, да? Может там? Может у них так? Может быть. Он умер последний, который умер. Ну, смотрите, по радару-то он здесь. И нету его. У меня тоже нету. Ну, по радару-то здесь. Видишь суслика? Он, по-моему, замонструозился. Радар, они вот прям... Прям в упор к вам? Я вообще на них. Я пытаюсь бегать по нему и нажимать B. Сделай сейв этого локейшена на всякий случай. У себя, где ты есть. Стой. Я буду бегать и нажимать B. Может, я смогу в его B зайти? Да нет, для этого ты должен видеть конструкт. Я его заочил, и на локе он отображается. Жалко, людей на луке нету. А ну-ка, дайте-ка я одну вещь сделаю. Да, он 19 метров от нас. Сейчас вот как разключить... Опачки. Стоп, я пилотом их залочил, и они у меня появились. Так что, появились все? Ну ты вылезешь из кресла, они пропадут. Ну, попробуй, какая разница.
Ты когда в ганнер садишься, не то же самое. Есть метки, есть. Не, он видно. Метки. Нет, прям видно, вот он до третьего видно. Лица видно. Да, третьего лица от ганнера тоже видно. Все, вы вылезайте, фетчите тогда ее. Стой, о. Давай, я перед тобой сейчас буду. Мне видок, я вижу свой собственный корабль. Смотрите, трансляшку, вы мою видите? Да, вот я и пытаюсь по твоей трансляшке. Смотрите на мою трансляшку, я вижу свой корабль в своем прицеле. Чего? Да не, это не твой корабль. Да. Да, потому что слишком близко, и один внутрь другого входит. От это не от них, они близко, могли прилепиться друг к другу. Появилось! У кого появилось? Ну что, корабль? Только он завис. Прием, вы его видите? Нет, он у меня исчез. Я в нем. Ну все, разбирай. Сейчас. Ядро вверх ногами, да? Хватил. Слушай, отчини ядро и после этого фетч. Я его сейчас потом варпну. А ну и да. У так. Меня трагедия сейчас. Construct Advanced Token Construct. Я заново его идентифицировал, и он появился у меня. Не двигайтесь только, а то я потеряю линк. Advanced Construct Rights. У меня, главное, появилось, и я потерял... И у меня выключились наушники. Ну, я только один нашел, как бы, остальные я не знаю где. Так, ты сейчас перевел что-то, и... Я его захватил. Вот, и он опять у меня исчез, точнее, с него скинулся лог. Ты крутишься вместе с ним? Я его тайкинайзил, может быть, ты не можешь вот пока я тайкинайзил. Сейчас я посмотрю, если есть варп-драйвы, попробую эту хуйню варпнуть. Так, а теперь я его не могу даже, у меня зависла идентификация. У него нету варпа. Я говорил. Какие-то нелогичные у вас парни. Я его залочил, он опять появился у меня. Ну, я не знаю как, я вот по нему, я вот здесь бегал, и у меня в какой-то момент появился, я появился в его сфере, я зашел в его би сейчас. Я сейчас в его би. Да, я проидентифицировал и вижу визуально теперь его. Может мне его реально... Я не знаю, что будет с остальными. Остальные я не вижу еще. Они где-то же на нем сейчас были, да? Они прицеплены на него. Сейчас я попробую остальные найти. Ну, у меня стрим есть, по-моему, не? Да. Я не знаю, как он у меня появился. Он сбоку боевой, нет? Красный, это кто прыгает? Я прыгаю по нему. Вниз пропадай. Иду вниз. Назад. Вот прямо на нем. Назад, вот сюда. А у меня да. Сейчас нет вообще ни одного корабля. Нет, спрыгивай вниз. Еще ниже. В том числе и ваших. Опять у меня здесь непонятно, где низ, где низ, где вверх. Вот я сюда вот, на крыло пришел. Это ты ко мне пришел. А, нет, ты на том, все. Назад возвращайся. Посмотрите на мой стрим, я на планете. Ты где? Ты на тюрьме, что ли? Подожди. Ты в рек что? Теперь? Его на стриме, он на планете. Что? Так, Кент, иди вперед. Иду. Судя по дистанции налево. Стоп. Вот, ты уже обрез. Вот, ищи. Где-то вот здесь вокруг тебя. Может быть, чуть выше. Чуть выше и правее от того, как ты шел. Что вы ищете?
И тут Майк? Где-то... Нет, это я вхожу в его билдмод, не в того билдмод. Он ищет маленькие кораблики. Чтобы их захватить. Ну, может, я реально... А может, его реально фечнуть? Включи эти метки, Ви. Вижу, включил. Ну-ка, давай-ка я подлечу вплотную прям вообще. У нас на радаре, если что, кто-нибудь есть, чтоб нас здесь не... Так, я уперся в него носом. А если у тебя только воксеры видны? Ты по моей, моему виду сквозь него влетел. Вот по моему виду ты сейчас смотришь вот куда-то, ты стоишь уже внутри маленького кораблика. Я на твой этот. У тебя там только ноги торчат. Да, а я его не вижу. О, у меня прогрузилось. Чё прогрузилось? Он релогнулся еще раз, и у него всё корабль. Прогрузилось. Да? Угу. Так, давай-ка я релогнусь. Ты видишь маленькие кораблики? Сейчас, я пока не пойму, что я вижу. Ви нажми. Канер видишь. В билдмоде ты давайте в это как его. Стоп, я сейчас себе скрапа скину в карман. 200 штучек. Отвезите этот и привезите сюда какую-нибудь. Какой-нибудь конкорд с варпом. Ну да, с варпом тут хрень. А у меня же баржа есть. Точнее, не баржа. Так потом... баржу надо будет прилетать. Такую хрень иди за докой, а так мы прилетим и попробуем. О, все, я... Отлогинился большой, у меня появился. А маленький? Они еще где-то вообще на радаре есть? А, ну, тогда они у тебя только что были. Они как да. Бы... Вон мелкий же, да? Вот эта вот херня выше подняться. Вот это, вот под прицелом. Вот здесь. Нет? А, это лапа. Пушки какие-то, Мюррел Ган стоит. Ну давайте, люди, это как вы. Я здесь вишу на нем, отвозите сейчас. Бар. Нам нужен конкорд с варпом, чтобы его варп. Я не для баржу. Оставить на него и варп переставить. А, ну я не знаю, если она сейчас докнет, попробуйте докнуть баржу. Жалко. Ну, в принципе, нам на маленькие корабли-то достаточно похер там. Один спидер, один еще что-то. У тебя, да, видно их полностью? Нет, у меня сейчас видно только большой. Ну вот, большой видно. Попробуй придокать баржу. Или давай я, ты, или я попробую ее тулом придокать. У меня в рту придокал. Придокалась? Ну, наверное, сейчас, не знаю. Сейчас я отлечу, посмотрю, оно у меня не исчезнет все. Я отлетел, она исчезла. Это монструоза. Да. Это монструоза. Ага. Она в суперпозиции. Так нельзя сесть в кресло чуть-чуть подлетать. Я возвращаюсь, и я ее не вижу. Не отлетайте. В общем, стойте на корабле. Стойте на корабле. Все вылетели? Нет. Я на корабле. Что? Я встал на наш припаркованный, и она появилась. А, да? Угу. А, потому что, наверное, они придоканные. Но да, вы я у меня слышу, все это. Невидимые. Я вижу только наш кораблик. Иди сядь на кораблик просто. Я думаю, мы приделаем сейчас бар, снимем с этой варп, поставим на ту и ее варпнем. Попробуйте просто хотя бы пошевелить ее, чтобы она чуть сдвинулась. О, починить. Есть. Я вижу. Хотя бы на метры, чтобы она сдвинулась. Блин, танцы с бубном делаем. Давайте какой-то план делать, люди. Так, у меня... Я могу сдвинуть что-нибудь. Кого-то надо двигать? Маневр тулом ты ее саму, эту большую. Можешь большую сделать? Могу, сейчас сдвину. У меня и корабль, и она все на месте. Попробуй ее. Ну, скорее всего, ты в ее сфере of influence не сможешь двигать. Но баржа, скорее всего, я на ней стою, потому что баржа к ней прицеплена, поэтому я ее двигать не могу.
Понятно, значит, баржа к ней прицеплена. Отходи. Куда? На нашу, на тот шип, на котором мы были. Садись за руль. Я снял с баржи варп. Попробую поставить варп на эту. И уварпать отсюда на ней. Ага, я отлетел от нее, и она пропала. Ага. Да, баржа исчез, и баржа пропавшая. Появляется сейчас после форс-респауна. Или после. Или после того, как сядешь на... О, сейчас прогрузилась, пролетела мимо нее, прогрузилась. Где у нее была кабина, блин? Вот, это что, это ганнер. Это ганнер, вот пайлот сит. Так, мне нужно бар поставить куда-нибудь. Она появляется, когда подлетаешь в зону притяжения корабля баржи. Да. Именно потому, что вот я отлетаю, у меня барж она... разглючила. Она отлетает, а баржа на месте. Давай баржу я баржу вижу. Отодвину за пределы ее зоны. Зачем? Ладно. Она прицеплена, не трогает. Окей. Мы так хоть можем находить этот корабль. Так, чем помочь с ремонтом? Да я ее сейчас варпну сначала. У меня варп все не сидят? Появляется. Все сидят, не работает, да? У меня варп не появляется на ней. Что значит не появляется? У тебя варп целый есть? В интерфейсе не появляется варп. Кресло нужно переинициализировать. Сделал уже run default autoconfigure. Где кресло, ты можешь сказать? Надо проверить линк. Синие такие. Где? Сверху. Пробую варппоинт поставить. Нет у меня. Сверху там синие мониторчики такое. Вверху шипа. Ганнерский кресло. Блин, какое-то говно настроен, столько линков. Вижу ганнерские. Все, если нашел, оно сверху, да, посередине сверху. А сверху. Для него нет, не хватает линков на warp drive. Просто сними любой линк и к warp drive. Нет, увидишь линков, чтобы прилинковаться. Блин, я думал, прилинковался уже. Это что такое? Fuel tank, не надо мне fuel tank. О, все, теперь залинковалось. Теперь run default autoconfigure. На сиденье могли бы и больше линков дать. Так. Не нужно 169 cells. Блин, не получится. Надо в warp drive какому-нибудь контейнеру. Нужен конт. Ну или хаб живой, что-то. В карман что не возьмешь? Нет, 169 надо, я не могу взять в карман. Хаб надо искать. Контейнеры впереди есть. По розовым линкам бегай. Вот конт. Вот сломанный. Правой кнопкой. Да, но они если к хабу подключены, то... И я имею в виду, что можно же там линки это поставить. Ама, можно... Слушай, можно двумя прыжками. Мади салют. Сейчас. Секунду. Нашел конт? На Мадис. Для... Это... На Мадис мы. На Мадис 100 ячеек. Так потом нам все равно наилет это варп. Так это же уже меньше. Да, но все равно варп придется. Сейчас я знаю. Ни хрена там. Есть у меня идея, все сейчас сделаю. Блин, можно говорить двумя прыжками. Я сделаю, не парьте. Я нашел. По-моему, сейчас все получится. По идее, должно быть уже у него достаточно. Все держатся, крепко держатся. Баржу там не потеряли вторую? Да. Кто-нибудь подтвердите, что вы сидите... А, блин. Сейчас. Я нашел контейнер. Баржи нет. Я сделал уже контейнер, у меня есть целый, в твоей барже нет целов, я все взял нечаянно. Забери из ор-барж в нашу, в спидер, чуть-чуть целов себе, чтобы отварпать. А здесь их нету? Здесь нету. Я их все забрал нечаянно. У меня 270 лежит, в твоей не осталось. Так, сейчас, подожди.
типа, чтоб, ну, кстати, хромита 20 килолитров. Тоже нормально. Так, сейчас пытаюсь найти баржу эту. Сейчас мы варпнем в сейф-зоне, я попробую сделать фетч, меч. Посмотрим, если... Баржу не вижу. Она вот. Справа. С другой стороны корабля, просто с другой стороны корабля. Вот, да, правильно, и сейчас будет налево тебе. Угу, вижу. Да, и там же ты потом в ту же сторону увидишь наш спидер. Да, я сейчас все корабли вижу вообще, полностью все. Да, все, залинкуйся. Кстати, давайте сделаем здесь на всякий случай копи координейтс. Сколько мне взять селов-то? А из нее можешь взять сколько хочешь. Блин. Можешь брать. Охренеть. Чего? Я на планете. Планет. Почему? ХЗ. Да, сейчас там такой глюк был. И она исчезла почему-то. Я ее не вижу больше. Реально на планете? Да. Нет, я вижу ее. Я ее не вижу. Опять территория, посмотри, чья территория. Северный полюс. Или южный, хрен его знает. Северный. Какая полюс. Планета? Эллиот. Ну, делай форс респаун. Сейчас сделаю. Тут какой-то... Да нет, нет, зачем? Сейчас вот перелогинься, и ты выйдешь здесь обратно. Не выйду, я уже на Эллиоте бегаю. Так перелогинься. Да, его кинуло на Backsurface. Это игра его выкинула на планету. Потому что он якобы падал сквозь нее. Перелогинился и оказался на, опять с планеты. Да, опять. Он на барже. Он не бегал, а я бегаю. Перелогинься, попробуй. Сейчас добегу до этого сервера конструктора, не знаю, что это такое. И... Зачем? Кто подключен к нашей барже, к этой Орбарж контейнеру? Кто к ней подключен? Я подключен. Я подключен, но не я... Не подходи к ней. Отлети от нее и лети к Новарк спидеру. Это не время. Не подходи. Это тот корабль, который подбили. А то, если ты исчез. Я нашел хаб. О. Я уже отключил. Ты исчезаешь и появляешься почему-то, Юрий. Кто? Ты у меня на этом. Садись в Новарк спидер. Ты подлетаешь к нему? Я подлетаю. Да, закинь в него чуть-чуть целс. 100 штук закинь в его кармашек. В его верхний контейнер. Сядь в него и варпай на лед. Че, чини, брека. Этот корабль бомбили? Да, там маленький, один из них вот такой вот, это был. Еще этот второй. Не похож на поломанный, он целый. Пацан. Это не тот. Он с первого попадания. А, я здесь, что? Попробуй сесть внутрь. Если ты подходишь к барже, ты появляешься на планете? Я на корабле. Ты на корабле? МК-4. Это какая? Это вот останься в ней. Не, стой. Зачем? Если я сейчас уварпаю и ее не варпну, чтобы мы знали, что она здесь. Я на ней останусь. Иди на этот. Окей. Зачем вам меняться? Потому что я и так управлял орбаржей. Да какая разница? Зачем меняться? Ну вы сейчас меняетесь. Он в барже, ты в спидере. Да никто не меняется. Я на барже стою. А. Я уже в спидере, уже возле него. Да, ну хорошо. Он с целом... Целый там есть? Спидер. Я положил 100 штук. Окей. А, ну все, тогда давай, садись на спидер и варпай спидер. Мы просто во время варпа, пусть у нас кто-нибудь стоит на барже, если... Я стою на барже. Она не уварпает? Самое главное, я к ней, я могу на ней респавниться. А, ну... То есть не на барже, а я на подбитом корабле. Так, я на барже и уварпаю на Эллиот или на Санктуре? На... Сейчас. Куда ты на барже будет? Или на спидере? Давай на Санктуре. На спидере. На Санктуре. Давай на Санктуре. Варпал. Варпал? Так. Я сейчас тоже буду варпать. На Санктуре пошел. Как тебя тянет? Все, варпал. Да, мне сказала Warp Sequence. Угу, отлично, значит. У меня космонавт Юрий, я вижу его в 200 SU от себя, нормально. Я с тобой лечу. Да, мы летим вроде пока.
блять, что происходит, хуй его знает. Какие-то багаюзеры, блядь, притащили багаюзный корабль, который... Пипец просто. Я понял только одно, что если конструкт исчезает неожиданно, то ты оказываешься на Северном полюсе на лёте. Да. Очень надо там базу организовывать. А хотя там все заклеймлено вокруг, да? Да.